В Херсонской области у админграницы с Крымом неизвестные вывели из строя две из четырех электроопор, которые подают энергию на полуостров. Как сообщают в херсонской полиции, сигнал об этом поступил утром 20 октября в дежурную часть Чеплынского отделения. Поврежденными оказались высоковольтные линии электропередач, сообщениям Каховка завод «Титан» и Каховка «Джинкой». Полностью подорвана электроопора между селами Атамань и Новый Труд Генического района. На местах событий работают эксперты взрывотехники и следственно-оперативные группы. В непосредственной близости от опоры находиться небезопасно. Но пока мы должны тщательно осмотреть место происшествия. Естественно, обеспечить охрану общественного порядка здесь. То есть не допустить доступа к этим опорам посторонних. В компании «Укрэнерго» заявили, что случившееся может привести к полному отключению Крыма от электроснабжения. По данным компании, это произойдет, если не удастся возобновить работу оставшихся двух линий электропередач, повреждения которых критичны. Ситуация может усугубиться из-за неблагоприятных погодных условий. При выходе из строя еще одной электроопоры Крым будет на 100% обесточен. Вместе с еще 40% потребителей Херсонской и Николаевской областей, утверждают в «Укрэнерго». Между тем, в Севастополе уже объявили, что из-за снижения напряжения город может остаться без света на целые выходные.